И не только потому, что у него прекрасная татуировка. Просто даже какой-то футаж интересный. Тогда бы это было лучше и больше сконцентрировано внимание. Слишком много мельтешения. К тому же не очень хорошего качества. Володь. Наслаждение для слуха. Вот чего вы лишились, господин ведущий? Я-то все вижу, а вы из-за кулис только голос. Ну, я так одним глазком подсматривал, да, да, конечно. Да. А у меня четыре глаза, видите? Да, не буду отрицать. Ценно, по-актерски было правильно сделано, и это было реально за всем действием. Это было интересно наблюдать. Это был мини-спектакль. Спасибо огромное. Спасибо вам. Ну, помимо «Браво», то есть я вам могу сказать, что это сплошной секс на сцене. Я не знаю почему, но что-то прошло так, что вы как-то не вытянули этот драйв. Да, понимаете? То есть, я не знаю, может быть, погодные условия. То есть, такое ощущение, что вы не посадили на опору голос. Вот полное ощущение, что вы не посадили на голос. И вам не хватало именно дыхания. Вот. Но в целом это было достойно, это очень было приятно слушать. Спасибо вам большое за доставленное нам удовольствие. Спасибо большое. Я не профессиональный певец, к сожалению. Вот, нет, но поскольку вы все-таки поете, чтобы не износили связки в дальнейшем будущем, занимайтесь педагогом, и у вас будет все круто. Благодарю. Спасибо. Я знаю, я почему говорю данному исполнителю, потому что для меня он на высокой планке, поэтому я посчитал своим долгом подсказать. Исполнение ваше... по сравнению с первым выступлением, гораздо лучше, несмотря на то, что произведение гораздо сложнее. Вот как загнул. Спасибо. Вот так вот. Спасибо вам. Владимир рвется к микрофону. Я не рвусь, я спокойно жду своей очереди. Не перегинайте. Я подохренел.